Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода. Меня зовут Дима, и мы продолжаем проходить Киберпанк 2077. Итак, мы там делов намутили с Такамурой и ждали парад. Парад мы дождались. Теперь ты можешь меня послушать? Да, могу, давай я тебя послушаю. Отлично выглядите. Привет, Гуру. Выглядите на все 100, а то и больше. Правда? Я чувствую себя по-другому. Я попробовал ваш местный бургер. Ага. И как он вам? Легко зашел? Спроси у людей внизу. Парад уже скоро начнется. Я скорректировал данные о кадре. Советую ознакомиться с ними перед началом. Так, ну давайте ознакомимся с данными. Для начала, вирус действительно работает. И намного лучше, чем я ожидал. У нас есть глаза и уши в комнате охраны. Я проверил камеры и теперь знаю, на каких позициях сидят снайперы. Их трое. Нужно нейтрализовать их всех, пока они не сделали это со мной. К ним можно пройти разными путями. Первый близко. С ним проблем не возникнет. Со вторым хуже. До него надо сначала добраться. Ну и, наконец, третий из них спрятался на мосту над улицей. Мы вот здесь. Платформа Ханако-сама остановится здесь. Рядом будет аварийный выход, через который мы уйдем в конце. С этих точек ты сможешь увидеть весь парад как на ладони. Только осторожно. Снайперов обзор еще лучше. Если они тебя заметят, бам, и нет вора. И это не самое страшное. Я должен буду запрыгнуть на платформу, залезть внутрь через окно и встретиться лицом к лицу с Ханако-сама. Последнего я боюсь больше всего. Ну как, все ясно? Ты готов? Да, я готов, предельно все понятно. Три снайпера, надо их обезвредить. Я готов. Вопрос, готовы ли вы? Я разработал план, так ведь? В нем упущена одна довольно важная деталь. Ваш друг Ода. Ода — человек чести. Он никогда не причинит мне вреда. Ага. До тех пор, пока вы не свалитесь на голову Ханако. Я понимаю, о чем ты. На первый план выйдут инстинкты и рефлексы. Значит? Значит, мы будем надеяться, что я все еще быстрее него. Угу. Ну, отличненько. Удачи, будет драка, город. Значит. И вот он, парад начинается. Ух ты. Я на позиции. Платформы только что запустили. Блин. Незаметно, иначе к тебе слетятся боевые дроны. Еще я заметил нетранера в униформе Арасаки. Она прячется где-то здесь. Понял. Я готов. Ну что ж, начнем. Разберись со снайперами до того, как появится платформа Ханако-сама. Блин, какие все красивые тут, елки-палки, и народу прям тьма. Так, ладно. На первом месте у нас задание. Блин, FPS-ик проседает, людей много здесь. Блин, надеюсь, пройдет все гладко. И я максимально это незаметный. Будет прекрасно. Дихотомия корпоративная и... Так, еще выше. Чего встал у всех? Так, ты идем сюда. Он почти что перед тобой. Он следит за толпой. Назад не смотрит. И очень даже зря. Так, обезвреживаем бомбы все. Так, забираем сразу все, что есть. Так, и где он? Внимание всем постам. Подозрительная активность в секторе 30. Бородач у стойки с воздушными шарами. Проверьте. Опа-на. Внимание. Балкон, куда это зале выше.
женщина в красном. Кажется, вооружена. Наши враги показали свое имя. У нас снова пушка есть. Тот террористический акт. Забирайте бородача. Унес 4000 жизней. Так, все, обезвреживаем. Гора, я снял ближайшего. Тебе нужно попасть на балкон около зеленой стрелки и сесть в лифт. По мосту наверху ты перейдешь через улицу. Угу. Возле стрелки. Так, по мосту наверху я перейду через улицу. Так, сюда, что ли? Ладно. Так, мне нужно наверх. А показывает вниз. Что? Мы на рынке. Ладно, поднимемся выше. Важные новости. Ода с кем-то разговаривает. Я подключу тебя. Послушаем вместе. Давай, послушаем. Так, все, стоп. Как мы и ожидали. Ода здесь. Я скажу, если что-то выясним. Я знаю, с кем он разговаривал. Это гребаный Адам Смешер. Ого, блять, нихуя съебать. Мужик, который тебя убил. Я помню его. Да он давно уже не человек, блять. Но это очень хорошо. Я рад, что он здесь. Ты рад? Раз уж я проснулся после смерти Сабура Арасаки, придется довольствоваться одним Смешером. Что? Тебе придется? Ты-то ничем не рискуешь? Ну ладно, ладно, нам. В конце концов, решающий выстрел предстоит делать тебе. Так, Смешер — это жесткий тип. Зону. Оттуда можно забраться выше. Техническая зона, вот. Блин, я пропустил второго снайпера, но надеюсь, можно будет сделать все постепенно. Ты уверен, что Такэмура не хочет тебя так или иначе? Блять, чуть не упал. Осторожно, не привлекай внимания. Я был прав. Молчание — это не зло. Все нормально, я проскочил, не ссы. Так, и... А почему ты мне показываешь? Чё-то я не понял. Так, ну вниз надо. Это глюк, что ли, был? Найди способ спуститься вниз, только будь осторожен. Да, вот так. Не торопись. Сорвёшься ты, сорвётся весь план. Сегодня я обращаюсь к его друзьям. Так, я понял, и я не пойму одного, почему мне показывают задание. Это кто? Тихо, тихо, тихо. Наши враги показали свое тело. Подлый террористический акт унес 4000 жизней служащих корпорации Арасаки. Граждан Найт. Я вообще не пойму, как что тут делать. Ладно, повоюем. Ого. Так, почему мне вниз показывают? Я не пойму. Заходи, не бойся, уходи, не плачь. Слушайте, потому что мы не будем молчать. Молчание. Так, вот это что ли мостик? Не то. Это отзвук. Прятаться не в моих интересах. Вылезай давай. Так.
Так, выключаем всех. Беспалевно, конечно, это не получается. Ну и хорошо. Так, я думаю, стоит нацепить глушитель. Ого! Ого! Так, ладненько. Начинаем, значит, заново. Блин, ну как-то, блин, сложно на самом деле, сложно. Чтобы тебя не заметили. Там роботы летают, типа. Так, один из трех есть. Хлипкий этот мостик. Ты уверен, что Такемура не хочет тебя так элегантно обнулить? Так, а давайте мы, наверное, сходим до второго снайпера. Второй снайпер где у нас? Внизу находится. Ой, так я, может, на эту херню можно запрыгнуть? И по ней, типа, проскочить. Да куда я, блядь? Пиздец, я на крыше, блядь, на самом виду прям. Молчание — это не золото. О, как! Можно было, типа, да? Ну, ладненько. Так, это а вот. Сабуро Арасака. Так, это кто у нас? Это солдат. Корпорация Арасака. Так, у меня есть супер убойная. Так. Пара метров, и снайпер твой. Так, здесь опять ловушка. Так, обезвредил. Поражена. Да, минус. Именно так. В глубине комнаты есть дверь, которая ведет на лестницу. Это кратчайший путь к следующему снайперу. Он высоко забрался. До связи. Так. А я смогу отключить тут? Вей, типа камера. Свобода. Послушай. Блин, тут как бы уже все, операция провалена, меня спалили, но и не спалили. Ладно, мы забираемся наверх, значит. Так, тихо. Ого. Выходи давай. Руки. Ого, так, блядь. Я видел. Ого, блядь. Так, минус. Блин, но без палева, к сожалению, не получилось. Попробуй пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше. Если не получится, пройди по этому же мосту направо. Не забывай о двигателях под платформами. Пригибайся, иначе останешься без головы. Так, двигатели под платформой. Хорошо, хорошо, я запомнил. Так, кто по мне там стреляет? Так, нам сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, мне сказали двигатели. А я пошел наобум. Забыл, совсем забыл. Ладно, сейчас, я думаю, справлюсь.
Так, это где? В комнате есть дверь, которая ведет на лестницу. Это кратчайший путь к следующему снайперу. Он высоко забрался. До связи. Так, тихо. Это обезвреживаем быстренько. Ви, это снова Ода. Послушай. Сообщите о нарушениях в системе безопасности. Да, ее нужно эвакуировать немедленно. Он меня напал! Не защити своих руководителей. Что твоему боссу важнее? Репутация Арасаки или жизнь сестры? Ситуация под контролем. Конец связи. Ты слышал? Они начали беспокоиться. Нам надо спешить. Бля, чувак, на самом деле тут, блядь, война уже идет. Мы, блядь, пиздец как, ебать, проебали. Все не по плану пошло, но... Будем выполнять свои задачи. Ого! Так, это минус. Попробуй этот минус. Пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше. Если не получится, пройди по этому же мосту направо. Не забывай о двигателях под платформами. Пригибайся, иначе останешься без головы. Я уже быстренько прошел. Поднимаемся теперь наверх. Так, тихо. Так, я думаю, стоит нацепить оглушитель. Так, 1, 2. Тихо. Так, этого. Этого. По-тихому всех снимаем. Блин, а кто меня спалил-то? Так, вот это мы забираем. Так, лифт. Нам нужно еще выше. Так, строительная площадка. Это на самом верху у нас находится. Честно скажу, я тебе не завидую. Блин, ладно. Глушитель можно снять. Где огонь? Оп! Блядь, я испугался. Я думал, блядь, это пиздец приплыл, блядь, незаметно. Так, перепрыгиваем его двойным прыжком. Так, тихо. Кто спалил? Никто вроде. Так, быстро добираемся. Надо очень быстро это сделать. Так, снайпер вон там наверху сидит, значит, да? Так, вот лестница есть. На пешеходном мосту стрелок. Блять, я забыл про минные поля. Совсем забыл про минные поля. Ну да ладно, сейчас быстренько его настигнем. Эти стяжки лазерные стоят. Да кто ж меня палит постоянно, вот прямо кто-то. Ого. Да что ж ты будешь делать-то? Слишком неаккуратно я играю, слишком.
сразу снимаем этого хера. На пешеходном мосту стрелок. Вот, кажется, все. Кажется, да. Очень хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, да что ж такое-то? Ладно. Пробуем еще разочек. Может, их лучше сразу взрывать, не пытаться их обезвредить? На пешеходном мосту стрелок. Вот, кажется, и все. Кажется, да. Очень хорошо. Осталась одна проблема. Какая еще? Нетранер Арасаки. Она взяла под контроль все сети. Надо от нее избавиться, иначе у нас не получится перехватить платформу. Она прячется в недостроенном доме, недалеко от позиции второго снайпера. Хорошо, иди. Блин, а почему ты сразу об этом не сказал? Чтобы я сразу ее обезвредил. Теперь мне бегать туда-сюда придется, типа, да? Или что, ты все уже старый старик? Запамятовал совсем. Так я не понял, а почему это фиолетовый светится? А ничего нету. Это как понять-то? А нет, он внизу, да. Ладненько. Так, Нетранер в соседнем здании. Значит, идем до Нетранера. Открываться, я думаю, уже нету смысла. Нас уже спалили все, кому не лень. Поэтому будем идти тупо в лоб. Так. Какой нам? Нам на балкон надо, да, вниз? Ладно. Значит, вниз на балкон со стройплощадки мы спускаемся. Ну, думаю, с Нетранером проблем не будет. У нас есть суперскорострельная пушка. Ой-ой-ой-ой-ой, припадки. А, плохо дело. Так, нет, не сюда. Я думаю, стоит сохраниться. Оба-на. Давай, я ее отвлек. Отключи ее. А я не могу на нее целиться. А что такое? Это... Ну да. Хватит работать, пора отдохнуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это кто, блядь? Как же без вас-то? Да ебать, ты охуевший, блядь. Блядь, это супер жестко, блядь. Это очень жестко. Я думаю, я надолго тут застряну сейчас. Так, пробуем еще раз. Будем убивать его с руки встроенной. Которая у нас есть. Этот гранатомет используем. Блядь! Как так, же без вас? Сразу ставим руку. Вот она. Так, где он? Блять!
Так, с этих пушек мы сразу килимся. Мы их переживаем вроде, блин, а? Я ж вроде наношу урон, что такое? Я не попадаю, что ли? Я не пойму. Так, где ты, хер? Я не пойму, это что, баг какой-то? Мне нравится вот такой баг. Ой, как хорошо, ой, как хорошо. Он застрял, короче, и я его выебал. Найс. Я... У меня получилось. О, да. Он умер? Он дышит. Пока что. Прошу тебя, Ви, пощади его. Почему? Больше тебе уже ничего не помешает. Нужно как можно скорее двигаться дальше. Да что ж такое, я хочу запрыгнуть. Посмотреть. Ну, потенциальному убийце в глаза. С вашей самурайской честью. Так. Ой. Это ты орешь, что ли? Сегодня вам повезло. Скажите спасибо вашему другу Гору. Это тебе спасибо, Ви. Так, вот это вот шлем мне нравится. Увеличивает показатель брони, увеличивает показатель брони. Ладно, пускай он живет. Раз попросили по-хорошему, значит, пускай живет. Так, все получилось. Я в системе. Ханака внутри. Что она делает? Пытается кому-то звонить. Подслушай. Не забудь выключить сигнализацию. Тогда я смогу войти. Харедо чуши суреба. Йоасо ро тэйшита то умуварэру. Йоасо? Даре но? Аната но? Оре тачи да. Ватаси га санка шита но ва акумаде мо отоусама о цуитоу суру таме.操り人形になるためじゃないわ。この店も抜けは、みんなに役割がある。みちこは文句を言ってないぞ。だが、お前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。お前の安全が第一だからな。兄さん、やり終えましょう。ありがとう、花子。せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。 Гора, система заблочена. Можем начинать. Оба-на. Она-то-ва. Это что такое? Беги! Блять, блять! А зачем? Сделал его в полной жопе. Знал, что ему нельзя доверять. Надо было держать его в узде. Блять, а зачем он его убил-то? И вот он. Ви, ты еще жив? Да, пока что. Вы о чем вообще думали? Нет времени объяснять. Найди меня. И где вы? В заброшенном комплексе апартаментов на Вайн-стрит. Третий этаж, номер 303. Постучи 4 раза. Быстрее.